Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков, и в этом видео я буду тратить почти 21 тысячу кулачков. С чего эта история началась, что, зачем и почему, я вам расскажу чутка позже, а перед этим всем я похвалюсь перед вами то, что у меня наконец-то обновились наушники, то есть у меня появились новые старые наушники, даже не знаю, как это сказать, но тем не менее, вы все прекрасно помните то, что мои наушники были переломаны в двух местах, перемотаны скотчем, все подушки, шички уже там рассыпались, все очень было грустно, и вы меня троллили и стебали на стримах о том, что князь, елки-палки, что ты позоришься, купи уже все новые наушники. Я вроде как бы и собирался, но ленивая жопа все никак не мог добраться и заказать себе новые наушники, да и выбрать по сути не мог. Вот, склонялся к каким-то навороченным и так далее, потом думал, а нахер оно мне надо, вроде у меня и эти хорошо работают. Ну, один прекрасный момент мне пишет мой сагильдиец Артур такой: слушай, Саш, что ты с этими наушниками раздолбанными, давай я тебе наушники подарю, и кидает мне деньги на новые наушники. За что ему большущее спасибо, просто парень от души взял и решил подарить мне наушники, хотя вроде как бы и сам собирался покупать, и ему об этом сказал, но ему как бы все равно вот от души решил поддержать, и за что ему реально большое спасибо, респектос, было очень приятно. Ну вот, заказал я новые наушники, решил никак не понтоваться, не изворачиваться, все какие-то блатные дорогие наушники не заказывать, а заказал такие же наушники, которые у меня по сути и были, но по крайней мере они уже не разбитые, новые. И почему именно эти наушники заказал? Потому что, хоть те у меня наушники и переломались в нескольких местах, друзья, но, тем не менее, они верой и правдой отслужили мне 2 года, не подвели, до сих пор работали. А то, что они как бы уже все рассыпались прямо на глазах, это связано в первую очередь, наверное, с тем, что, во-первых, я их юзаю постоянно и сижу перед компьютером много. Во-вторых, я рукожоп, они у меня в день по 5 раз падали, и как бы это вообще нормальная ситуация. И вот заказал точно такие же наушники, но только теперь, смотрите, они новенькие, блестят, нигде ничего не сломано. Да и вообще, по сути, в этих наушниках очень приятный, хороший звук, который мне нравится. На ушах сидят удобно, да и голова ничего никаким образом не устает. Можно сидеть на стримах в этих наушниках очень-очень долго и не париться. Хотя тут верх пластмассовый, без какой-либо, там, знаете, обводки из ткани, как на навороченных наушниках и так далее. Недорогие, простые, вот, наушники намного дешевле, чем другие какие-то игровые гарнитуры. Короче, Артуру большое спасибо, и вот мы приобрели просто на следующие 2 года такие же вот наушники, простые. Вот, ну, как бы так вот, ну, микрофончик я снял, потому что он мне не нужен. Ну, чё? Ну, а, без скотча, да? Как я прикольно сразу без скотча выгляжу, ребятки, да? Без перемотанных наушников. Короче, большущее спасибо Артуру за поддержку. Ну, а сегодня я буду прокачивать своему Вальтору, 8-й бог войны, буду сливать на нем ремку. Ну, как бы все достаточно грустно. Ну, давайте я вам объясню, что, зачем и почему. Дело в том, что совершенно недавно, там буквально 5 дней назад, мне выпал бог войны 5.8. И казалось бы, тут можно радоваться, но ставить откровенно мне этот бог войны почти некому. Даже если бы было много кандидатов, кому поставить, это вызвало бы некоторое внутреннее состояние нервозности, потому что иногда ты там сидишь, долго думаешь, кому поставить талант, и такое чувство, что лучше бы он вообще нахрен не падал, жил бы спокойно, без талантов, и не парился бы, кому что там поставить. А вот. Но, тем не менее, выпал бог войны, и давайте поговорим по поводу кандидатов, на которых я мог бы поставить этот талант. Так, в принципе, у меня тут все герои, первые вот эти вот строчки, они все упакованы с талантами. Туда бог войны, ну, по сути, некуда сувать. Вот, ну, теоретически, да, можно было бы всунуть, короче, на какую-нибудь леди Лео, да, убрать у нее ремку, сунуть бог войны и прокачать, и было бы все очень круто. Но, блин, леди Лео я пользуюсь буквально в одной локации. Далее, у малыша Ника и так бог войны стоит. Хранитель, стрелок, все с ними понятно. Шапки, ну, не особо хотелось бы ставить, потому что еще неизвестно, где и как я ей буду в дальнейшем пользоваться. Может быть, она мне один раз там пригодится в подземельях. Так,
Можно было бы, по идее, друиду и другим героям для архидемона поставить бог войны, но дело в том, что хер его знает, когда я их буду прокачивать, и во-вторых, если уж я буду ставить какие-то таланты для архидемона, то самые эффективные, то есть это, по сути, замедление на друида, тяжелый удар на химеру, замедление на укротителя, ну и так далее. И бог войны переводить на все это дело не хотелось бы. Как вы видите, у меня на укротителе и так бог войны стоит. Идем дальше. Ну, на смерть можно поставить, но как бы я ее не использую на битве гильдии и вряд ли буду в дальнейшем использовать. Хотя, конечно же, игра может перевернуться с ног на голову. Дракококас у меня и так с берсеркером. Здесь разброс, здесь утекание жизни, оно все не надо, здесь со стойкостью. По идее, можно всунуть сердцеедки, но я даже не знаю, когда я смогу ее прокачать, эволюционировать, когда я буду вкладывать в нее ресурсы, надо ли оно мне все это будет. И пока что на нее глупо переводить пятый бог войны. Может быть, она мне понадобится только для архидемона, и я буду ставить на нее замедление. Так что, как бы, не решаюсь я на нее бог войны ставить. Хотя, знаете, если поставить бог войны на 8, на восьмерку прокачать рунами и ремку какую-нибудь, то будет очень веселый герой. Но я пока что с сердцеедкой не определился, для чего, где и когда я ее буду использовать. Тем более, когда я доберусь ее прокачивать. А по сути, все, больше некому. У меня здесь валяется в допах Ринок, о котором я запишу отдельное видео и расскажу, почему я вам не хотел на него ставить бог войны. И для чего мне вообще понадобится этот герой? Потому что я часто говорил, что он немножко бесполезен. Ну, по крайней мере, я его не хотел на свой аккаунт выбивать. Тут подумал, и как бы будет отдельный видос, на котором мы будем искать ему таланты и порассуждаем, где я на своем аккаунте смогу его использовать. Ну, а сейчас у нас Вальтор, ребятки. Все-таки решился я Вальтору взять и поставить бог войны. Вроде с реанимацией как бы битва гильдии проходится, все хорошо, но тем не менее, когда я, допустим, пересаживаюсь на аккаунт другой, на котором Вальтор с богом войны, разницу чувствую, проходить БГ чуть-чуть легче и приятнее. Но бог войны я хотел ставить на Вальтора только тогда, когда я рунами соберу пятую ремку. К сожалению, до сих пор я пятую ремку рунами не собрал. Мне еще до этого момента, наверное, остался какой-нибудь месяцок, может быть, 2 недели. Я даже не знаю, как мне повезет. И помимо того, что мне нужно и руны собрать, мне нужно еще будет и красные кристаллы накопить. И сейчас, ставлю на Вальтора бог войны и убирая с него ремку, я себя обрекаю на мучения в таких там каких-либо PvP-локациях, потому что Вальтор не будет сразу кастовать. Ну, по сути, это все ерунда, да, как бы через месяц, через два у меня обязательно рунами будет пятая ремка. Но опять же, многие, вот там Антон Макар правильно говорят, что нефиг делать тебе пятую ремку, пока у тебя не будет, знаешь, хотя бы 6 сетов четвертой ремки. То есть ты делаешь пятую ремку, и у тебя еще остается пару сетов четвертой ремки. Это, наверное, самый правильный шаг, но я не могу больше ждать. У меня висит бог войны, я не прохожу квесты, пропускаю их из-за этого. Я думаю, что пора бы уже Вальторчика немножко оттюнинговать. Ну, что, давайте перед всем этим делом мы возьмем его, проверим урон. Я не знаю, сейчас он у меня стоит собран, если я не ошибаюсь, на дамаг. Давайте посмотрим, какие у него руны. Вот, глянем на его руны. Да, стоит бог войны, 4-й стоит в топоре раздора. Ну, давайте в рейдах посмотрим без бафа, что он будет отнимать. Хотя, по сути, наверное, все эти эксперименты и проверки, они реально тупорылые, потому что разницы мы, наверное, не увидим. Но, поверьте мне, на битве гильдии будет ощутимая разница. 100 тысяч, 238 нанес, 128 тысяч. Вот, ну, как бы, наносит что-то, наносит. Сейчас этих всех героев добил. Давайте еще один рейд. Что-то аж в горле пересохло. Нервничаю, беспокоюсь. Жалко с Вальтора ремку убирать. Буду сейчас какое-то время, пока пятую ремку не дособеру, мучиться. Ну, по 200, да, там, что-то отнимает. Но, ребятки, конечно, на битве гильдии это, там не всегда и по 200 он отнимет, потому что там у ребят стоит каменная кожа, и все очень грустно. В рейдах-то фигня. Ах, теперь пришло время расставаться с кулачками, купить предметы. Ну, у меня, в принципе, 34 тысячи. Кулачки копились на прокачку героев для защиты. То есть, у меня должен был скоро качаться второй хранитель со стойкостью. Но все-таки кулаки пойдут на
непосредственно Вальтора. Ну, ладно, что ж тут поделать. Кстати говоря, так, этих рун у меня уже 5 штук есть, значит, я 3000 кулаков сэкономлю. Так, 7, 8, 9, 10. Далее, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Блин, слезы наворачиваются. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вот такие вот у нас дела, ребятки. Что у нас тут получается? Ну все, купили, у нас осталось 15 тысяч кулаков только. Грусть, печаль, тоска. Ставим. Блин, жалко. Пипец, я сейчас понимаю, я даже вот следующий какой-нибудь архидемон будет с Вальтором. Ну, вальторовый, да, донатный. И все, я без пятой ремки ничего не смогу сделать. Сейчас мне нужно будет жопу рвать в королевской битве. Ну, по крайней мере, будет стимул быстрее заполучить пятую реанимацию, да. Потому что мне там буквально чуть-чуть осталось. В горле реально переслохло. Жалко, жалко. Хотела, конечно, на него бастион, чтобы его и на защите использовать. Но, как бы, оно такое. Вот, если уже использовать для защиты, там ставить талант, то так какую-нибудь каменную кожу. Ну давай. Блять, жалко, ребятки. Кому жалко, ставьте лайк. Кому не жалко, тоже ставьте лайк. Прощай, прощай, пятая реанимация на Вальторе. Пам-пам-пам-пам. Да и противники сегодня попались на битве гильдии жесткие. Я думаю, что Вальтор с прокачанным богом войны на 8.8 мне сегодня пригодится. Ну, ладно, давай, пошли качать. Так. Пошли его прокачаем. Улучшить. Улучшить. Жесть. Ну все, повышает атаку на 90%. Теперь мы можем рунами ему, не знаю, что поставить. Можем ему четвертый баст поставить. Хотя нет, давайте четвертую ремку все-таки сунем. Которая у меня хер его знает, где лежит. На Дедушке Морозе. Вольторчикс, 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 Вольторчикс. Ну давай. Опачки. Тут мы 480 самоцветов зарабатываем. Ни хрена себе. Я пытался даже выбить Ронина или там Анубис какого-то. Ну, типа, бог войны висел, но нихера у меня не получилось. Что у нас? 651 самоцвет. Давайте паролем героев. Может, сейчас как назло упадет Ронин. Королева Гарпий. А нет, как назло упала ненужная королева Гарпий. Ну, что уж тут поделать. Ну, давайте теперь потестим Вальторчика. Так. Ну, у нас тут стоит даже Вальтор. Давай здесь выпускаем. Смотрим на урон. 134, 187, 126. Что-то критом даже 200 тысяч нету. 196, 162. Так. Опа. Оп-оп-оп. Давай еще посмотрим. Так. Ну-ка, давай отсюда. Ну, там, может быть, герои уже стояли с защитой 146. Типа, аккаунт, мол, по прокачанию, там, герои с какими-то каменными кожами, еще с чем-то. Ну да, сейчас такое, знаете, такое чувство, как будто урон, наоборот, стал меньше. Но это, как бы, ребятки, это все такое, может показаться что угодно, но я вам скажу по опыту. Я играл на разных аккаунтах, и вот все-таки... Когда максимально прокачанный Вальтор с богом войны... О, 300 тысяч прилетело. Когда Вальтор прокачанный с богом войны, это уже, ну, такая серьезная штучка. Серьезный поцик, короче, опасный. Опасный поцик. Так, черепа рубанул. Не, ну, как бы 300 тысяч увидел я. Крита, это уже хорошо. Это, ребятки, уже хорошо, значит бага никакого нету, значит, будем жить, окей. Ну, давай еще, посмотрим. Так, полноценного теста у нас не будет, как бы мы и сами знаем, по сути, что из себя представляет там Вальтор с богом войны. Так,
Да и видосов уже у каждого второго такой Вальтор. Обычно или с реанимацией, или с богом войны. В 90% случаях. О, мы тут можем квест пройти. Ну-ка, давай. Ну, это ладно, это уже потом пройду. На этом все, друзья. Скажу вам большущее спасибо за то, что смотрели. Вот такой вот видосик получился. Ну, просто вам для информации кинул о том, что, блин, прокачал я Вольторчика своего на бог войны. Теперь буду мучиться без пятой реанимации. Но ничего, некоторые ребята вообще без Вольтора играют. А я зажрался. Всем удачи, друзья, и пока. Извините меня за такой, как бы, видос, по сути, ни о чем. Но это просто для информации. Пока-пока, друзья.